Всем привет! Совершенно недавно я проводил несколько опытов по получению напряжения из электрофорной машины. Также я показал очень интересный эксперимент, который вы сейчас увидите. Было написано огромное количество комментариев, но перечитал практически все комментарии, я так и не нашел внятного ответа. Так где же находится заряд? Почему заряд, когда мы убираем вот эти шарики, его фактически нету? Следующий вопрос. Возможно ли запитать вот такую вот лампочку, если мы начнем крутить электрофорную машину? Будет ли такая лампочка питаться и светить? То есть на самом деле достаточно ли этого напряжения для того, чтобы вот эта вот лампочка горела довольно-таки ярко, как она сейчас это делает, светится. Почему именно напряжения не хватает для того, чтобы запитать эту лампочку? Просто дайте элементарный ответ. В чем суть электростатического генератора, который мы сейчас видим? Вот я также показывал свой предыдущий опыт по передаче, точнее, а где хранится напряжение в конденсаторе. Вот это как бы диэлектрик, в качестве диэлектрика у меня пластинка стоит. Когда я подавал напряжение высокое на две обкладки, я снимал отсюда. То есть получается, напряжение передавалось через диэлектрик. Дайте внятный ответ. Почему так? Пожалуйста, напишите это в комментариях. Вот, то есть, когда мы крутим электрофорную машину, проскакивает заряд. Все это просто и понятно, так? Вот, когда я приблизил, там был заряд. Все думают одно и то же, что здесь накапливается в этих кондюрах, банках, накапливается заряд. А вот что я увидел у них? Вот интересный такой эксперимент. Прошу всех знатоков, до того, как я расскажу, высказать свое мнение, почему это происходит. Вот если мы возьмем и снимем вот эти шарики и поставим вот такое вот расстояние между ними. Смотрим. Ничего не происходит. Более того, если я дотронусь, вообще электролизации не было. А если бы я дотронулся, когда бы были шарики, меня бы ударило током. Вопрос ко всем специалистам, те, которые якобы все знают по электричеству, все законами физики объяснено, почему здесь не возник заряд. Более того, если я даже сейчас возьму, допустим, и намотаю кусочек медной проволоки вместо вот этих шариков. Вот я взял кусочек медной проволочки и сейчас намотаю вместо вот этих, вместо одного шарика. Вот поставлю максимально близко. Вот я самое удивительное то, ничего не происходит. Более того, когда стоят здесь шарики, вот эти вот шарики, сразу же, как только начинают крутиться диски, слышен характерный запах озона. Когда шарика одного нету, в частности вот этих двух, запаха озона нету. Нету выделения электростатического напряжения. Получение атмосферного электричества нужно обязательно получать из шарообразных сфер. Типа как храмы, купола церквей, они имеют шарообразную форму.
или какие-то там шпили, на которых пики, на которых имеется шарообразный такой, какая-то некая сфера, а там накапливается максимальное количество заряда. Я поближе, потому что электрофорная моя машина, она маленькая, и очень долго нужно крутить. То есть здесь сейчас проскочил заряд. Вот еще раз я максимально приблизил. Итак, еще раз заряжаем. Пластинки эти забираем. То есть они, видно были, да, прилипшие. Вот эти две пластины. Мы их забираем в сторону. Я провожу рукой. Видим, да? Ставим другие пластинки. Заряд должен был утечь, стечь, уйти. Смотрим. Итак, видели, да? Искра проскочила. Несмотря на то, что я рукой типа снял весь заряд, что типа его тут быть не должно, он должен был стечь, утечь, разрядиться, но тем не менее заряд не просто на поверхности, а получается как бы в диэлектрике накопился. И еще раз, поскольку камера стояла, была резкость, увеличить, пересматриваем. Заряжаем наш диэлектрик. Заряд должен был стечь. Стекает заряд. Все, рукой проводим. Заряда нету. Убираем заряд. Колдуем, колдуем. Заряд убрали. Да? Типа здесь заряда нету. Смотрим внимательно. И смотрите, что происходит. Видели, какая искра? Надеюсь, что искру видно, потому что в прошлый раз было не видно. А некоторые даже обвинили меня в том, что я монтаж сделал. Еще раз. Заряжаю. Зарядил. То же самое. Забираю. Типа заряда все. Стекает заряд, как мне бред писали. Там еще и видео один там чудик снял, что заряд утечет и так далее. Ставим. Приближаю камеру максимально, что я сомневаюсь, что искру было видно. Видно, да?
Далее еще усугубим опыт. Заряжаем. Ставим эти пластины большие, которые разделяют этот... Убираем весь заряд, потому что там один урод писал, что, мол, он замыкал пластины вот так, и там только в одном конце. Я вообще полностью замыкаю, еще раз обращаю внимание, ставлю вообще на диэлектрик. Раз, два, три. Вот так вот. Еще на один диэлектрик. Ну как, пластины еще. И смотрим внимательно. Видели, да? Поставил 4 пластины, плюс один только диэлектрик участвовал в этом всем безобразии. И тем не менее, заряд получается, я-то заряжал только вот эту внутренний диэлектрик, все остальные они не участвовали. Уже нет. Ни хрена себе, еще мне удалось. Офигеть. Вообще ни хера не понял, блядь. Еще раз меня ударило. Офигеть. Ничего не понял. То есть пластины прилипают, значит, там заряд еще есть. Оказывается. Офигеть. Ну да. Прилипает, значит, заряд еще... О! Ничего не понял. Так. Получается, сейчас я ничего не делаю. Вот так вот, наверное, заряд накапливается или что? А ну. Интересно. Не думал. Да. Чуть-чуть искрануло, сейчас покажу. Блин, дай бог, чтобы оно было видно. У меня есть сомнения. Но ток у меня только что хорошенько ударило. Сейчас я выключу свет лишний. Так, еще раз смотрим. Делаем вот такие вот манипуляции. Я так понимаю, что... Таким образом, а ну, да, охренеть, просто я вот так вот делаю, вот, и я даже сейчас слышу, разряд идет. И оно накапливает статику. Плохо, конечно, только что.